Всем привет! Как вы уже знаете, совсем недавно в магазине FixPress я купила вот такого котика и решила использовать его в качестве кашпо, ну или горшочка для посадки растений. Положила личузу туда, ножки получается будут в качестве дренажа, ну, туда будет лишняя влага уходить в них. Посадила я туда цветы, вот эти. У меня еще осталась вот такая, это у нас, кто-то у нас, Хавортия обтуза. Это то же самое. Вот, это Адрамискус, насколько я знаю, он у меня вырос вот от этого листочка. Вот он остался. И вот это я не знаю, что это такое, это мне подарили. Ну, наверное, это тоже какой-то адрамискус. Ну, может быть, конечно, я и ошибаюсь. Ну, посадила и любуюсь, вот стою. И думаю, что все-таки, наверное, надо сделать коту хвост, как мне и писали под прошлым видео. Думала, из чего мне сделать хвост. Потому что никаких у меня таких суккулентов-то нет в виде хвоста. А потом вспомнила, что у меня есть вот такие вот кактусы. Стоят они у меня на самой верхней полке стеллажа. Вот в этом домике. Вот видите, такой домик для красоты. Такой у них квадратный горшок. И, в общем, вот такой есть кактус, который как нельзя, кстати, отваливается. Ну и, естественно, я его решила отваливаться-то он отваливается, но почему-то он сниматься-то и не хочет. Сейчас мы его ножничками отрежем. Кекс наблюдает за моими тут передвижениями. Как мама с ума сходит в очередной раз с своими цветами. Как бы так подлезть бы аккуратненько. Сейчас я его отрежу, он у меня упадет. Срезать получилось не очень аккуратно. Чуть-чуть тут надрезала попку. Но он затянется, я поливать не буду. Но я думаю, что вот этот кактус очень даже подойдет в качестве хвоста. Да, как вы считаете? Вот на место этого адрамискуса, если его пристроить. Конечно, неудобно сажать, когда личуза сухая, потому что она сыпется. А мочить нельзя. Так. Колючий. Блин. Ну как? Хочется сдвинуть немножко ближе к попе, да? Середке, наверное, надо посадить. В общем, сейчас я переделаю и вам покажу, что получится. Одной рукой не очень удобно. Ну что, немного помучившись, изрядно искала в пальцы. Блин, теперь будет чесаться. Посадила я кактус. Постаралась его посадить. Ну, с глазомером мне, конечно, проблемы. Ну, старалась, по крайней мере, чтобы он был по центру. Но чуть-чуть он не по центру. Но так-то и не особо и заметно, правда? Похоже на хвостик, как вы считаете? Ну, длиннее кактуса у меня, к сожалению, нет, но зато он пушистый и белый. Очень, по-моему, даже подходит к этому горшку. И чтобы не оставлять пустое место, потому что как-то не очень смотрится, вот посадила сюда эту обтузию. Ну, плюс она немножко цвета добавляет. Конечно, хочется еще что-то сюда посадить, чтобы было не 20, а хотя бы 3. Вот думаю теперь, может быть, вот этот приткнуть
или нет, или так оставить. В общем, похожу-похожу, сейчас подумаю, может быть, что-то еще посажу. Ну, в общем, вот так у меня получилось. Думала, что сюда посадить. Думала, ходила, смотрела по всем своим суккулентам, все перебрала, что могла. Хотела что-нибудь цветное сюда поставить, и в итоге попалось мне вот такой вот, у меня есть, ну, был лист, вот с такими тремя деточками. Я не знаю, что это за ячеверие, а может быть, это и не ячеверие. Ну, вот так вот я их троем сюда и пихнула. От листа отняла и поставила сюда, пускай укореняются. Поливать я все это дело не буду. Не знаю, может быть, дня 4-5, а может быть и больше. Ну, вот, чтобы затянулся кактус, затянулись ранки у этого и у этого растения, потому что корешки я у них снимала. Ну, дабы, чтобы они уже наращивали корешки в этом горшке. Вот. Потихонечку буду по капельке поливать. Где-то вот дня через 4-5. Ну, буквально вот в буквальном смысле по капельке. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. Вот чтобы спровоцировать рост корней. Может быть, конечно, это и неправильно, но, в общем, я по наитию действую. И у меня остались еще такие же растения. Мало того, что у меня осталась такая вот хавортия. Плюс у меня остался еще кактус такой. Смотрится это не очень красиво, поэтому вот я думаю, может быть, мне еще нужен такой срочно кот, пока они еще есть в пятерочке, в фикс-прайсе. И сделать два кота с такими хвостами, и вот так вот поставить их на полке лицом друг к другу. Как считаете? Повязала шарфик. Ну, в общем, вот так вот у меня все это дело теперь будет тут стоять. А еще я хотела вам рассказать про свою дисхидию. Вот про эту красотку. Это Anomularia Silver. Это самая-самая миниатюрная дисхидия. Вот у нее, видите, какие листики совсем крошечные. У меня есть еще такая дисхидия. Anomularia варигатная она считается. А, вот она у меня растет более или менее нормально. А вот это... Ну, совсем не росла. Я ее покупала 2 или 3 года назад небольшим черенком. Вот. И за это время она наросла у меня, ну, вот такая, видите. Вот там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Не росла и не умирала. И в итоге я ее посадила в личузу, когда у меня была такая массовая пересадка в этот субстрат. И она... совсем стала чахнуть, и все ее листики стали сдуваться, они прям все сморщились и стали очень некрасивыми. И я уже думала, что все, пришел ей уже каюк, и скоро мне придется с ней распрощаться. Стала я думать, что же мне с ней сделать, то ли пересадить ее опять просто в грунт из личузы, то ли поставить в тепличку. И в итоге пришла светлая мысль посадить ее сюда. Во флорариум я ее просто положила, не укореняла ничего, просто сверху на грунт положила, видите, так вот, и она так и лежала. Через некоторое время она надула все свои листики сморщенные, видимо, от повышенной влажности она напиталась влагой, и вот сейчас я заметила, смотрите, какой уже прирост, она начала расти. Вот. Здесь вот смотрю, здесь тоже появился ростик. И вот где-то я там еще видела. Ожила. Ну, в общем, это не может не радовать. Все-таки растение выживет. А значит, ей нужна повышенная влажность в моих условиях. У кого-то она растет хорошо в комнатных условиях. Совершенно прекрасно, вообще беспроблемно. Но вот, к сожалению, не у меня. Пришлось ее вот так вот посадить. И еще я переделала свой садик суккулентный. Потому что он весь сильно разросся уже и стал тянуться. И я всех-всех пообрезала и просто понатыкала в грунт. В буквальном смысле вот так вот, видите, просто
раз и вставляла. Вот, поливать не буду. Тоже. Пускай все это дело укореняется так. Полю через некоторое время, когда все подзатянется. И вот еще остались лишние детали. Так сказать, надо куда-то их срочно пристроить. А куда, я пока не знаю. То ли мне еще одного кота покупать, то ли идти горшок какой-то смотреть, чтобы все это дело посадить. Ну, а я на этом буду с вами прощаться. Спасибо огромное за просмотр. Делитесь впечатлениями, как вам понравился мой кот с пушистым хвостом или нет. Может быть, кто-то себе тоже такого купил, что туда посадили. Мне будет очень интересно почитать. А если вы в телеграм-канале еще и поделитесь фотками, вообще будет красота. Всем пока-пока!